Главный тренер футбольного клуба «Городзе» Сергей Валерьевич Яронко. Представляемся и задаем ваши вопросы, но сначала первое слово Сергей Валерьевич. Добрый вечер еще раз. Если бы мне задали вопрос, чем я разочарован, я бы сказал только одним результатом. Всем остальным я остался доволен. Скажем, да, может быть, немножко не очень выразительный первый тайм был, но на то все-таки, наверное, есть объяснение. Вот, мы играем все-таки с «Динамо» на «Динамо», это, как всегда, психологический момент. Трудно преодолеть, скажем, в первые минуты, но потом дальше игра показала, что стало все на свои места, второй тайм. Ну, я вам скажу так, что просто нам не повезло, потому что три момента стопроцентных. Подавляющее наше преимущество, думаю, оспаривать здесь бесполезно, но, к сожалению, это футбол, что делать. Уважаемые коллеги, ваши вопросы. И продолжаем нашу пресс-конференцию. Главный тренер Минского «Динамо» Роман Михайлович Перепчук. Роман Михайлович, первое слово. Ну, что сказать, два разных тайма провели. Первый тайм был более содержательный в плане контроля мяча, более позволяло. Во втором тайме и замена, две невынужденные, и качество поля уже по сравнению с первым таймом нарушило всю какую-то нашу стратегию, к чему мы готовились. И можно сказать, что второй тайм сложился для нас очень сложно, и хорошо, что Максим те эпизоды, которые были у наших ворот, выручил нас. Хочется поблагодарить прежде всего болельщикам наших, которые в столь поздний час перед рабочим днем пришли и поддержали нас. Нам очень приятно. Хотим посвятить им, и спасибо всем ребятам, которые действительно выдержали во втором тайме ту игру, которую заставила нас играть сегодня. Уважаемые коллеги, ваши вопросы, поднимаем руку, представляемся и задаем. Сергей, первый. Две замены Данила и Тигиева, я так понимаю, по травмам. Да, две вынужденные замены, да. Если можно, что немножко с ними. Спасибо за вопрос. Дело в том, что да, я же говорю, две вынужденные замены сделали. Тигиев в начале игры подвигнул голеностоп. Сколько смог дотерпел, потом попросил замену, мы его заменили. У Данила тоже произошел спазм. Мы не стали рисковать, чтобы не усугубить это все, и тоже сделали вынужденную замену. Поэтому я говорю, во втором тайме, когда нужно было поменять рисунок игры, мы не могли это сделать, потому что еще у одного из игроков был спазм внутренней поверхности бедра, и мы боялись, что если мы сделаем третью замену, можем потерять игрока и остаться в десятером. Поэтому пришлось дотерпеть это второй тайм. Спасибо. Следующий вопрос. Я продолжу. Есть подозрение, что может быть это связано с переходом искусственного натурального поля. И вообще состояние поля, сказали, что во втором тайме только стало хуже, а в первом, то есть нормально? Но в первом, вы же видели, в первом оно еще держало, когда начали игру, вы, если заметили, контроль мяча был лучше. Мы постоянно контролировали мяч, нагнетали. Во втором уже поле игроки обувью попортили, и мяч постоянно дробил. Вы заметили, если соперник доставлял мяч за счет длинной передачи, и проще было. Мы не доставляем мяч в атаку за счет длинной передачи. Просто при анализе показывало, что команда соперника обладает двумя центральными защитниками, которые высокие, качественно играют в голову. Поэтому у нас не было стратегии игры доставлять мяч в атаку за счет длинной передачи. Поэтому о поле вашу мысль хочу объяснить так, что мы тренируемся на зеленом на базе уже где-то две недели. Но учитывая то, что погода, сейчас солнца нет, у нас тоже на поле травы еще нет. Тренируемся так, чуть голая земля, понимаете, о чем речь идет. Оно чуть пожестче. И когда вышли на это поле, оно во втором тайме стало мягкое, оно и в первом было мягкое. То я думаю, что и проблемы у игроков с этим связаны. Ну, ничего не поделаешь, я уже неоднократно говорил, что, к сожалению, наверное, либо к счастью, весенний футбол, он такой и есть. И вот мы команды смотрели сегодня игры, команды, которые играли до нас. Там тоже поля нехорошего качества, там тоже футбола, наверное, тоже мало. Все просто бьются, пытаются эти первые туры взять очки. Следующий вопрос. Максим Сикоплев, знаком с Дождь Иван Михайлович, с победой. Спасибо.
Как вы уже сказали, что Динамо старается играть в короткий пас, мало вертикального футбола, но чтобы поставить такую игру, нужно время, которого у вас мало. Как ты делаете это умно? Ну, вы понимаете, время не держу в уме. В любом случае хочется играть в футбол, хочется играть на контроль мяча. Плюс я уже в каких-то предыдущих интервью говорил, что чем больше мы контролируем мяч, тем мы меньше уязвимы. Вот сегодня игра напоминала, наверное, второй тайм кубковой игры. Только мы остаемся без мяча, к сожалению, у наших ворот очень много моментов. Ну и плюс есть понимание того, что, если вы видите, у нас ротация происходит. Не все игроки готовы играть по 90 минут. Сегодня в первый раз Беланов играл. Первый раз сыграл 90 минут, тоже молодец, выдержал. Мы понимали, что мы его должны заменить раньше, нежели учитывая те две замены, которые сделали. Пришлось терпеть всем на поле 90 минут. Хорошо, в конце еще вышел Егор Зубовичный, это 10 минут, и помог команде зацепиться впереди за мяч. Мы чуть-чуть отодвинули там этими эпизодами мяч от своих ворот. Поэтому... Еще вопрос. Влад Воронин, трибуна, с победой, Роман Михайлович, вас. Во втором тайме «Динамо» отдало инициативу, это соперник стал играть в атаку, или же это установка на второй тайм была такая, где-то удержать результат? Нет, я же говорил, не было ни установки такой, не было ничего. И первый тайм показал, я же вам говорю, что мы пытаемся играть в контроль мяча, но во втором тайме, учитывая две замены, которые не вынуждены провели, не смогли поменять рисунок игры, не смогли усилить. Хотели выпустить второго форварда, чтобы более агрессивнее играть в атаке. Для того, чтобы отодвинуть мяч от своих ворот, нужен был второй форвард, который поможет цепляться. Но мы боялись, я же говорю, что у нас был Диако, если мы говорим о этом игроке. У него приводящий начало болеть, и мы побоялись, что на каком-то этапе он попросит замену. И если мы сделали еще одну замену чуть раньше, мы бы остались десятером. Был риск определенный, я же говорю, поэтому я поблагодарил ребят за то, что раздевалки, за то, что дотерпели, молодцы. А то, что касается счета, я думаю, и второго тайма, я думаю, что это, знаете, как игроки начали выигрывать 1-0 и начали играть на удержание, это, наверное, психология еще такая. Будут еще вопросы? Если можно, продолжим. В прошлом туре вы сказали, что довольны качеством игры. В этом матче есть такое ощущение, что довольны командой, с учетом фактора поля там? Да, я помню, что я, когда на искусственном было поле, мне понравилась игра, как раз там контроль мяча у нас хороший был, но мало создали моментов. Сегодня я считаю, что в первом тайме тоже контроль мяча был хороший. Во втором, конечно, я говорю, сбавили и в игре, и во всем. Но это и соперник заставил так играть, и еще раз повторюсь, невынужденная замена. Уважаемые коллеги, последний вопрос, если можно, и Максим. Как Лен Киантилевский по команде играет? Сегодня на обоих игровых заявки, с чем-то связано. Считайте. Куплинка травмировался. Тренировался на искусственном газоне. Это то, что вы спрашивали. Смена полей. Смена полей тренировался на базе. На базе, на зеленом поле. Потом перед дублем пошел тренироваться. Подвихнул голеностоп. Тоже выбрал. Слава Богу, что не сильно. Мы надеемся, что он уже все завтра вернется в общую группу, а Антилевскому просто дали немножко отдохнуть. Парень молодой, первые игры часто играл, плюс у него там тоже была проблема, опять же, с полями, спина немножко прихватила, поэтому, что делать, не жалуемся, все в одинаковых условиях, поэтому... Спасибо большое, всем хорошего вечера. Всем спасибо, до свидания. Спасибо большое.